Наш Бог не в позлощенных храмах, гласит креста покорный сын. Не в изваяниях он, не в рамах пестромалеванных картин. Единый храм его достоин, и этот им самим устроен, и этот тесен для него. Взгляните, это храм вселенной, где он сияет, царь бессменный, в венце величия своего. Кого не в силах мы постигнуть, кому при помощи людской мы и не мыслим храм воздвигнуть своей слабой рукой. Пред тем, кто солнцем и звездами сам осветил свой дом пред нами, мы не дерзаем в туне жечь ни бедных факелов, ни свеч. Чадить ему кадильным дымом, когда пред ним, для нас незримым, клубится весь земной туман, и, разомкнув свои затворы, огнем и дымом дышат горы, и темно-синий океан, необозримый, неисходный, вседневно годы и века вздымает к небу пар свой водный, его свивая в облака. Но храмы есть у нас иные, другие жертвенники есть, нерукотворные, живые, ему невидимому в честь. Бог дал нам плоть, вот церковь наша, где вечный огонь горит в крови. Душа — алтарь, в нем сердце — чаша с елеем веры и любви. И часто тот, кто сущ от века, кому вселенной мал объем, в смиренном сердце человека, вмещаясь, обитает в нем. У нас в груди жилище Бога, а храм ваш храмом лишь слывет, средь камней мертвого чертога источник жизни не живет. Порой бездомные в пустыне мы соберемся в тишине, и Бог во всей своей святыне меж нас присутствует вполне. На что нам ваше изваяние, коль тот, кто к жизни нас возвал, зиждитель мира, царь создания, в нас сам свой образ изваял? На что жрецы нам? Кто посмеет нам Божью волю толковать? Не ум, но сердце разумеет великих истин благодать. Приди, разумный проповедник, вещай и место восприми, как наш о Боге собеседник, как наш собрат, но не посредник меж вечным Богом и людьми. Среди тревог земных спокойный, в своей небесной чистоте один посредник был достойный, один, он распят на кресте. Его верховного закона святое слово нам дано. Он нам сказал во время оно: Отец и я, и вы одно. За то, что сладость истин новых прияли мы, казните нас. Средь лютых казней нам готовых мы палачей своих суровых благословим в последний час.